Всем привет, дорогие друзья, с вами Беттер, и сегодня мы будем делать ставочки, наклеечки и прогнозики на четвертьфинал, полуфинал и финал по турниру Counter-Strike Global Offensive Major 2017, который идет у нас в Атланте, друзья. Как видите, здесь я уже все сделал, мне дали 18 очков, на СК я продул, на Энвисов тоже и Гудсенс тоже. Консенс. Ну ладно, это не суть. Сейчас мы будем делать ставочки на четвертьфинал, полуфинал и финал. В том видео было все быстро, мутно и как-то непонятно. Но мне кажется, в турнире в этом, вот я прям уверен, чемпионами будут Na'Vi. Они очень сильно подготовленные, поэтому будем их выдвигать на первое место. Давайте сделаем прогнозик на Na'Vi. Выдвинем их на первое место. Здесь мы ставим, конечно же, на Virtus.pro, ребят. Ну да, да, да. От них можно ожидать все, что угодно. Но все-таки я думаю то, что SK Gaming и FaZe Clan, то бишь, выиграет FaZe Clan. У Virtus.pro и FaZe Clan выиграет Virtus.pro. И в полуфинале сразятся Na'Vi и Virtus.pro. Это будет... Если так все будет, как я предполагаю, то это будет замечательная игра, улетная битва, и нам очень всем понравится это. Ну, в общем, я буду надеяться, то, что мои предсказания сбудутся. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Надеюсь, я вам помог со ставочками, выбором. Всем удачи, всем пока, ребят!